Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим трехполосную коаксиальную акустическую систему от компании Focal, модель RCX690. Акустика размером 6x9 дюймов или 15x23 сантиметра. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас два динамика, упакованные в отдельных коробках. В комплекте также имеется документация, инструкция, акустика, данная мощностью номинальной 80 Вт, пиковая 160 Вт. Давайте откроем ее и поближе посмотрим. Динамики идут защитными сетками. Довольно-таки увесистые. Посадочная глубина данных динамиков 8 сантиметров. Также у нас есть монтажный комплект. Это металлические пластины и саморезы для крепления на посадочном месте динамиков. Защитные сетки полностью металлические. Вот так вот они выглядят. Довольно-таки увесистый динамик, как я говорил, видим, большой магнит установлен. Подключение акустики стандартное, плюсовая и минусовая клемма. Корзина штампованная, полностью металлическая. Диффузор из полипропилена, подвес резиновый. Как мы видим, фильтра здесь установлены. Второй динамик абсолютно идентичен, все абсолютно то же самое. Сопротивление данных динамиков составляет 4 Ома, чувствительность 92 дБ. Дополнительные характеристики и стоимость данных динамиков вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.